Так. Бля, я не знаю, как тут. Ну, давай создать игру. Сценарий. Так, ну. О, нихера, тут до 4 игроков даже. Подожди, если создавать игру, он просто игру создает. Нет, там сетевая игра. Так, присоединение. Это куда присоединиться нажать? Так, я тогда выбираю. Сейчас я посмотрю, что по достижениям-то. Ну, на каком стоит играть. Самоубийство. Транспорт. На штурм, черное золото, свежая рыба, связи, заглазки, последний спуск, дело сделано, от ночи, чистка улиц, экспресс ват, значит беги. Короче, тут не сказано, на каких уровнях сложности надо это играть, поэтому будем на самом простом играть. Но я не знаю, будет ли нам что-то засчитываться. Давай по очереди, тогда все пройдем, да и все. Я посчитал их немножко. Не, я про сложности. Понял, я про количество. Нет, тут до 4 игроков, это нормас, можно еще двоих потом найти и реально тащить. Это как в Left 4 Dead? Да, в том-то и дело, что будем как бы вчетвером поднимать еще друг друга, а вдвоем посложнее будет. Там вначале вроде полегче, а потом, когда начинают выходить солдаты, охотники и все в больших количествах, это вообще жопа. С Left 4 Dead охотниками называешь. Ну они похожи, но они прыгают, чё. Да. Ну давай попробуем. Нифига ты. Ну то есть не. И причем я-то. А, нифига, ты стрелок. А я думал, ты тоже? За мага сейчас будешь. Тут получается за стрелок. Тут получается все за стрелков играют. Даже не поинтмен. Блин, понятно, 4 игрока, как счет-то забыл. Так, ну ладно, тогда смотри, что, за каждый раунд у нас будут появляться здесь на доске всякие оружия новые. Но они должны. Они будут появляться со временем. Здесь есть баррикады, которые надо строить каждый раунд. То есть прошла схватка, если их чуть-чуть попортили, можно будет ее заколотить. На это будет отведено какое-то время. А, что еще сказать-то? Выходить, конечно, можно, но как бы слишком. И помереть. Надо, короче, ящики принести. Все. Чтоб нас не убили. И за счет этих ящиков у нас будет оружие. Еще что-нибудь. Можешь пойти взять оружие. Ну, оружие возьми. Но есть? Да, оружие есть. Баррикаду разрушили, кстати, одну. Я вижу. На доске, оружие. Все работает пока что. Не, блядь, появляются. Бля. Еще и на русском. Сейчас-то просто харда, я думаю. Нам полегче будет играть. Если бы мы играли за мага из-за этого, что-то было бы легче. А, нихера себе. Что? Меня девочка убила. Я девочку нашел. Я на втором этаже. Ну, на нашей базе. На крыше? Нет, на втором этаже, на нашей базе. А, тут. Я в девочку, я убил девочку, выстрелил в нее. И она что-то меня с одного удара.
Объявляются или как? Объявляются, чё? Объявляются волны, то что первая, вторая или как? Да-да-да. Это пока еще первая. Больше. Вот, все, смотри. А, у нас идет подсчет. Сейчас ты можешь подойти заколотить баррикады. Какие-то те, которые, ну, разрушились. На Е просто зажимаешь. А потом, когда начнется атака, уже их нельзя будет чинить. Их можно чинить только вот когда, типа, в отведенное время. Достаточно хорошо. Копатель онлайн не прошу. Ну да. Ну они хоть как-то немножко так помогают. Я слышу. Короче, если мы проживем более 20 волн, мы получим ачивку. Но это, блядь, невозможно, по-моему. Я на 7-й, по-моему, уже все. Уже не вывозил. Блядь. Там ящик валяется. Блин, можно погнать. У нас будет. Да, можно с подката, с одного выстрела убиваю там. Это прям плюсик. Это как-то вообще по-другому играется. Я успел. Кто нам принес ящичек? Так, и у нас есть... Хуйня какая-то появилась, ну. Ты с пистолетом или с автоматом? Нормас. Там еще дробаш есть на доске. Идем за ящиками. Так. Подожди, не заколачиваю. А, я не успел. Во, все, можешь заколачивать. Так, у нас есть. У нас есть гвоздодер. Неплохо. Я с кулака не прошу. Даже не молотком. Так, все. Отфигачиваем их. Дерьмо! Бля! Сукин сын! Он в меня попал, не подходите! Он мертв! Зашли. Занимай позицию. Я че, упал? Или че, че со мной? А. У нас еще один труп. Бля. Бля, граната. Попал. Ты умер, что ли? Или че это? А тут бывает, короче, какие-то припадки. То, что черный кран. Типа Альма. Я на позиции! Я раз! Подкрепление нужно срочно! Ты упал, что ли? Намаз. Возьми гвоздодер вот этот посередине. Золотой. Он мощный. В башку если стреляешь. Меня ранили!
бля, бля. Боец убит. Дерьмо. Сукин сын. Так, надо успеть забрать что-то. Золотой ящик. 22? Ну да, это самое сложное. Я надеюсь, я успею добежать. Баррикады починены! Баррикады построены! Так, у нас есть... Баррикады как новые. А я не знаю, что у нас есть. Короче, я там оружие что-то принес, но что, я не знаю. Не показываю. 7 силами не стреляем, больно. А в него нельзя стрелять. Она наоборот фигово делает. О, блин, все, пошло, поехало. Охотники пошли. Лучше возьми дробашку. Или что-нибудь в машине, в машине автомат. Только приближаются, сразу же на этот, на колесико нажимай. У нас еще один труп! У нас тут труп! Прорываются уже. На позиции! Кто ломает? Ножей всех. Блин, реально на легком уровне так легко. Я успеваю вообще продумать целую тактику. А вчера я вообще ничего не успевал. Где-то поздно вчера. За чемоданом, за оружием. А ты можешь какие-то позаколачивать эти. Это не заколачивать, или наверху остаться? Да, заколачивай. Все заколачивай. Ну, по максимуму. А внизу-то все целое? Ну почти. Все, что моргает, оно так будет светиться. Ну, моргать так. То, что не моргает, то и не надо. Так, нам надо так-то щит. Посмотрим, как они тут пройдут. Добром это не крутится. Их останется. Можешь взять дробаш, если хочешь. Против этих охотников хорошо срабатывает там. По-моему, один выстрел в голову и два по телу. Он умирает. Два выстрела и все. Так, красный. Так, я очень болит. Давай на второй этаж поднимемся. Как-то безопасно, по-моему.
Полет сразу, наверное, второй. Ну, на второй, да. Ну, чат. Бухом. О, она тут бегает. Блять. О, нет, да. Теперь можно, выходим. Так, я пошел за, за оружием. Ух ты, нихера, если мы реально выдержим 5 волн. Ой, 20 волн будет вообще прям. Кач. Получается, 20 волн надо на каждый выдержать? Нет, на любом. Просто выдержать, чтобы какую-то ачивку получить. Это понятно. Чтобы пройти все. Да мы во всех можем поиграть, если хочешь. Я только не знаю, есть ли тут конец. Поэтому. Так, тут есть, короче, нормальный автомат с прицелом. С более дальним. Мне этот больше нравится, потому что нормальный, я как бы... Ну, у тебя еще второе оружие, можно взять дробаш дополнительный, можешь его взять. Ну или какое-нибудь другое. О, блядь, пошли эти. Самые медленные. Не, если бы они кидаются ножами. Не все же. Ну, больше их части. Я, наверное, тогда играл на самом сложном уровне. Может, из-за этого я много не продержался. Что-то гвоздодер заканчивается. Отлично. Убили.
Меня телепортнуло. Я что-то пропустил. Какая-то волна была. Блин, где щиты? Приготовиться! Нет, держался. Я не понял, что тут очень сложно, все патроны везде легко собрать, да? Че, патроны? Патроны ничего не легко собрать, да? Ну, после каждого раунда их на это, там, хотя бы чемоданчик так заносить. Что-то. Ну, маловато остается. Уже вообще почти не скажу. Чисто. А вот это восьмая волна была. Была восьмая волна. Любой клещечку. О, красный чемоданчик.
вот и они! Да, я не знаю даже, что взять, то... Да. Ну... Их сейчас дохилищу. Много чемоданчиков? Раз, два, три, четыре, по-моему. Я не вижу, ты что-то не понял. Они постоянно появляются, ну, как оружие. Чем больше принесем, тем больше оружия у нас будет. Приготовиться! Можно как-то игру на паузу поставить или что-то типа того? А чё? И ведь бля. Зарядки поставить. Твою мать, его голова! Не, на паузу нельзя. Ну ты поставь чё? Там же только включить это.
Мы получили новую партию оружия. Они вообще как-то дерьмо. Get on my stick! О. Круто! Ёпта! Бля! Отцаны ракеты обоих нах! Или тебя... Или тебя выкинуло? Ну, я тоже убью. Ой, бля, сколько мы волн-то просидели, что-то я... Десять. Блядь, ну это вообще... Ну давай вот это попробуем. Другой? Тогда чё? А, блин, забыл. Отмена, отмена. Ак, блядь, вот. Да ебучий антюнс. Блядь, эту кнопку надо вырезать. Можно помочь, скоро тянуть. Да у меня программа для айпадов и всяких айподов и прочего. Чтоб музыку можно скинуть было в айподы, на айпловские все телефоны там.
взяли. Есть такой знак. А у меня просто, баррикады, видишь, построены! Есть кнопка мелодия на клавиатуре. Но по умолчанию она как бы включает этот iTunes. А она рядом с эскейпом. А я хотел, я на эскейп не попал пальцем, попал на этот треть. На кнопку музыки. Добром это не кончится. Блин, я еще не успел кофе налить. Прибывают припасы! Здесь есть оружие! Это интереснее. Каждый день. Вот еще и снайперка будет. Ты
Блять. Я слеп, послушай. Справа от него. Один еще. Да нам хоть 20 волн главное отстоять. И уже хорошо. Тут еще красный ящичек есть. А, ну ладно. И так хорошо. Круто. Красный. Мы не успеем. Нафиг лучше обратно. О. Так, вот тут надо уже пожестче. О, сейчас стрелки будут. Из воздуха появился вообще. Вооружайся! Ох ты ж, ёпта. Блин, у меня нету этого самого. Он мёртв, дерьмо! О, я тебя не спасу. Навряд. Меня
Это чертовски тяжело! Я больше не брал вещи. Чего брал? Ничего. Не, я не видел. И откуда у нас такие клевые крюки? Смотри за полигоном! Убил двоих. Чё это, блядь, за херня на полу? А, типа, у меня ничего не лежит, я вообще ничего не нашел еще. Скучная.
Не, ну, ты прям под обстрелом лежишь, мне там тебя вообще не спасти. Убивай, убивай их. Гнали наверх? Да, наверх, все. Ты гонишь? Так охотники, чё, как, пошли давай. А. Там, там реально есть где спрятаться. Правда, оружия нет. А, верно. О, да тут супчик получается. Быстро, сука. Так я тоже понес. Меня ранили, сука! Не
Они повсюду! Не. Ой, ну нахер это такое. Нет, блядь. 20 минут. 20 минут. Мы половину только можем. Ну, блядь, там надо вчетвером.